Есть достаточно простой секрет успеха. И этот секрет заключается в так называемой копилке успехов. Что это такое и как это действует? Копилка успехов – это красивая тетрадь, в которой вы записываете свои успехи. Но вы записываете их не только для того, чтобы оставить след в истории, а чтобы потом, регулярно читая эти записи, поднимать свое настроение. Для чего это нужно? Только в позитивном эмоциональном состоянии вы способны добиваться успеха в любых делах. В таком состоянии улучшается здоровье, постепенно решаются все проблемы. И все это объясняется законами современной физики. С одной стороны тетради вы каждый день записываете все свои успешные дела этого дня как можно более эмоционально. Это могут быть успехи в работе, в отношениях, в состоянии здоровья, приятные покупки, встречи, звонки и многое другое. То, что вас радует. Похвалите себя за эти результаты. Не стесняйтесь. Чем больше вы выразите восторг, любовь к себе, тем быстрее и больше положительных результатов вы получите в будущем. Со временем эта тетрадь станет вашим талисманом. Один только ее вид будет поднимать ваше настроение. Можно писать в конце дня, но лучше, если есть возможность, записать ваш успех в момент достижения успеха, то есть когда ваши эмоции буквально заполняют вас. С обратной же стороны копилки запишите главные успехи всей вашей жизни. Еще раз обращаю внимание, секрет успеха заключается в том, чтобы все записи делать в отличном настроении и описывать их как можно более ярко. И обязательно похвалите себя, и тем самым вы будете следовать главному закону Вселенной. Подобное притягивает подобное, независимо от того, хотите вы этого или нет. Меня зовут Анатолий Донской, я доктор технических наук, и уже более 35 лет занимаюсь изучением влияния мыслей и эмоций, как реальных физических полей, на жизнь человека, то есть на его здоровье, на отношения, на финансовый достаток, на появление проблем, на достижение целей. Одним словом, затрагиваются все сферы жизни человека. Современная квантовая физика и генетика, а в частности ее новое направление эпигенетика, уже вплотную подошли к объяснению влияния мышления на жизнь человека. И если вы уже давно ищете эффективные и универсальные способы для улучшения своей жизни во всех сферах, приходите на мой бесплатный вебинар, который называется «Влияние мышления на человека». Ссылка на регистрацию в описании видео. На вебинаре мы разберем вопросы, которые интересуют очень многих, в частности такие вопросы. Почему происходит все наоборот? Почему не сбываются мечты? Почему нет денег? Плохое здоровье? Не складываются отношения? Я расскажу, над чем надо работать, чтобы улучшить вашу жизнь. А также во время вебинара мы с вами выполним одно практическое упражнение, которое приблизит вас к решению ваших проблем. Ну и кроме того, вы лично во время вебинара на себе убедитесь, как ваши мысли влияют на ваше тело. Также на вебинаре вы можете скачать книгу «Диагностика жизни». Это книга-справочник, в котором описаны истинные причины более 300 заболеваний и причины появления проблем в жизни человека, а также способы избавления от любых страхов, депрессий, раздражений, ревности и других стрессовых ситуаций. Нажимайте на кнопку, переходите на сайт и регистрируйтесь на ближайший вебинар, чтобы узнать, как решить все свои жизненные проблемы, добиваться поставленных целей и начать жить такой жизнью, о которой давно мечтали.